Вступление для черных лесорубов на Тутаевском шоссе в Ярославле с утра ловили фуры, перевозившие древесину. Ревизоров интересовали сопроводительные документы на лес. Удивительно, но обошлось без нарушений. Подобные рейды проходят раз в месяц, и с каждым разом, со слов инспекторов, нарушений становится меньше. В случае же нарушения перевозчика сомнительной древесины привлекают к административной ответственности. Внимание заготовителей и лиц, перевозящих древесину на сопроводительные документы, сейчас очень большое. То есть нарушений при оформлении не выявляются, то есть более качественно оформляют документы, то есть все нормально.